Всем привет, с вами Виктория Крокус, и сегодня я снимаю видео о рюкзаке, который я беру с собой на дачу. Там вещи для меня и для моей собаки. Еду я на недолгое время. Первое, что я беру, это, конечно же, ошейник для моей собаки с адресником и выкручивалка клещей, потому что, ну, в саду их намного больше. Также здесь будет лежать мой телефон. И давайте перейдем к большому кармашку. Тут будет лежать планшет, сейчас его там нет, потому что я снимаю на планшет. Мне попался мой кошелек, он достаточно большой, но все равно очень легкий. Здесь лежат деньги и мой студенческий билет, потому что 30-го сразу сдачи я поеду сдавать экзамен. Дальше тут лежат наушники, там они у меня вообще не путаются, обычные наушники от моего телефона. Дальше тут лежит мой личный дневник, его я всегда беру с собой. Все как обычно, здесь у меня лежат два листа с наклейками, с цветами и с фруктами, и сзади распечатка. Дальше обычные цветные ручки, которыми я заполняю ЛД, вот это вот почти закончилось, ее я, скорее всего, даже брать не буду. Очень люблю оранжевый цвет, сейчас такое настроение летнее. Обычный клей для распечаток и просто синяя ручка для того, чтобы взять ее на экзамен. Сейчас я уже покажу вещи для своей собаки, кто не любит животных, то на этом все, а если кто-то любит, то смотрите, что же я взяла для нее. Это, конечно, корм, контейнер, я его потом, скорее всего, пересыплю пакетик, потому что мне не так уж много и нужно, где-то половину от этого, но пока я положила так, чтобы он не испортился. Также возьму миску сдвоенную свою голубую, которую я купила за 35 рублей, еще не положила, потому что она сейчас полная, но я вам ставлю фоточку, как она выглядит. Дальше это такая вот бутылочка с водой, конечно, она будет пить из миски, но если мы пойдем куда-то гулять, там по даче очень много мест, куда можно сходить погулять, я буду вот эту вот штуку брать с собой, она очень полезна для лета. Наша рулетка, потому что я там тоже с ней буду гулять, естественно, там намного лучше гулять, чем в городе. В городе мне абсолютно не нравится гулять с собакой, очень много народу, все обращают внимание, все смотрят, меня это раздражает, я не люблю повышенное внимание, именно поэтому я не хочу, чтобы на моем канале было очень много подписчиков, я не люблю популярность и не люблю какое-то повышенное внимание к себе. Вот, в общем, такая вот рулеточка, очень ее люблю, она очень мягко работает, обожаю. Также беру две игрушки для Шарлотты, это ее самые любимые игрушки, первая это вот такой вот хорек, она его просто обожает, каждый день с ним играет, здесь две пищалки, не буду сейчас пищать, с этой стороны и с вот этой. Ну, такой не особо красивый, конечно, он уже волосатый, но она его любит. И вот такая вот бабочка с шебуршащими крылышками, и у нее тоже есть пищалка. И последнее, что я тут беру, это лакомство. У меня там есть еще лабрадор, поэтому я беру не только для Шарлотты, но и для лабрадора. Здесь в пакетике у меня лежит пятачок, моя Шарлотта его очень любит. Также маленькая косточка из жил и печеньки. Обычные печеньки с телятиной от Tidbit. Совсем чуть положила их там, ну, 4 штучки, наверное. Потом это мясные мюсли с кроликом и бананом. Взяла, надеюсь, что там мы их закончим и уже выброшу. Также две пачки деревенских лакомств. Вот это медальоны из ягненка и дольки утиные. Можно давать по 2 штучки в день, я буду давать по одной. Это было все. Еще раз повторюсь, я еду на очень мало дней, поэтому много не брала. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!